В Заинском районе на самоизоляции под наблюдением врачей находится 58 человек, вернувшихся из других регионов Российской Федерации и соседних городов, где зарегистрированы случаи коронавируса. В Заинске ведется большая работа по профилактике коронавируса, и 312 человек уже прошли четырехдневную самоизоляцию и сняты с медицинского учета. Однако один случай заболевания коронавирусом в районе выявлен сравнительно недавно. Один действительно у нас есть пациент, зарегистрированный коронавирусом. Заболевание у него проходит в легкой форме, состояние его ближе к удовлетворительному, поэтому он лечится на дому. Все лекарства он получает, так что проблем по его состоянию мы не видим. Коронавирус остается главной новостью, и порой на этой теме некоторые злоумышленники строят свои догадки. 15 мая в соцсетях появилась фейковая информация о том, что медработники Заинской ЦРБ больны коронавирусом. Эта фейковая новость разлетелась по городу и дошла до работников здравоохранения. Есть странные люди, которые, не знаю, чем мотивируют себя, но выдают различную информацию по источнику от ОБС. Одна бабушка сказала, фейков достаточно много, люди не задумываются над тем, что они, во-первых, себя не в лучшем свете показывают, но и, к сожалению, порочат честь организации, различных организаций. Среди них, конечно, это наша Центральная районная больница. Я не буду передавать все эти темы. Главное, нужно понимать, что в настоящее время это все очень серьезно отслеживается, и вот один из фейков, который был, прошел действительно на прошлой неделе, мы подали заявление в милицию, уже выявлен человек, который распространял эту информацию. Мало того, этот человек даже опровержение. Наша редакция следит за развитием событий, связанных с коронавирусом в Заинском районе. Самые свежие новости на нашем канале и сайте «Новости Заинска». Айгуль Яруллина, Денис Ипатов, «Новости Татарстана».